Пассажирский поезд Бишкек-Балыкчы сегодня отправился, как обычно, в 7:40 утра. Вагоны были заполнены более чем на 60%. В обычном вагоне разместились 164 пассажира и в люксе порядка 40. До 31 августа поезд будет курсировать в прежнем режиме. Те, кто купил билет, но не смог выехать в результате стихийного бедствия с 5 по 14 августа, могут поменять его на любой другой день или же вернуть потраченную сумму в кассе на станции «Бишкек-2», сообщает в Кыргызтемиржолу. Напомним, что маршрут поезда «Бишкек-Балыкчы» был временно приостановлен в результате последствий силевых потоков в Бомском ущелье. Жол жабыл калганына байланышту, убактылуу ушу люкс вагондордун акчалары кайра кайтарылып берилди. Из-за селевых потоков в Бомском ущелье маршрут проезда Бишкек-Балыкчы был приостановлен с 5 по 14 августа, а с сегодняшнего дня мы работаем в прежнем режиме. Пассажирам, купившим билеты в эти дни, мы возвращаем всю сумму, либо же меняем билет на любой другой день до конца августа, конечно. В начале того месяца я купила билет до Балыкчы как раз в этих числах. Из-за дождей на Иссык-Куле сошли сели, поэтому рейс был отменен. Сегодня, узнав о том, что эти билеты можно поменять, я пришла забронировать поездку на 20 августа. Стоимость билетов по-прежнему составляет в обычном вагоне для взрослых 150 сомов, для детей 73, в люксе для взрослых 500 и для детей 250 сомов. На сегодня поезд работает в штатном режиме. Со станции Бишкек-2 поезд уходит в 7:40. Время прибытия в Балыкчы 11:42. Обратно в Бишкек он выедет в 17:48. Время прибытия 21:50, отмечают в Кыргызтемиржолу. С 15 августа текущего года внутриреспубликанский пассажирский поезд по направлению Бишкек-2-Рыбачи уже начал свое курсирование, то есть возобновило свою работу. А что касается по графику отправления, простой вагон отправляется каждый день до 31 августа, а у люкс-вагона есть свой график, то есть каждые четные числа и пятница, суббота, воскресенье постоянно вы можете поехать на люкс-вагоне. На сегодняшний день государственное предприятие «Кыргызтемиржолу» занимается перевозкой пассажиров по следующим направлениям: внутриреспубликанским Бишкек-Токмок, Балыкчы и Каенде, международным Бишкек-Самара, Казань и Новосибирск. Аяна Байзакова, Нуркамиль Асанов, Алатау 24.